Здравствуйте, любители Битмана! С вами снова Эйлин, и ура! Наконец-то вышла игра после отвратительного Batman Arkham Origins. Отвратительно по сравнению с первыми двумя частями, которые, наверное, можно гордиться, если бы она бы сразу вышла полностью. Как вы видите, это лицензия, если что, на ПК, у которой нету русского языка сейчас. Сейчас это 23 июня, то есть день выхода, 4 часа по Москве. И, собственно говоря, да, здесь английский, естественно, есть, да, русского нету. Но, скорее всего, можно добавить патчем позже, после того, как игра должна будет выйти по умолчанию в России, то есть вечером или ночью. Ну а пока что будем довольствоваться вот этим вот. Собственно говоря, что будет? Что будет, да? Я первую часть, пожалуй, чтобы урвать первый день релиза, такие, ты, наверное, хочешь урвать зрителей и так далее. Нет, на самом деле я могу играть и на английском, да, мне-то пофиг, но вам-то нужен русский, естественно, я понимаю все. Поэтому я первую часть выложу на английском, так у меня есть какой-то опыт синхронного перевода игры, то есть я вот вижу, субтитры перевожу, да, то я первую часть буду переводить синхронно, первую часть прохождения. Со второй части уже пойдет, наверное, русская версия, если ее выпустят. Ее должны выпустить, потому что на консолях она по умолчанию есть. Видимо, здесь какая-то ошибка была с релизом. Да, не должны были выпустить так рано, видимо, версию, но дали скачать. Так вот, и, собственно говоря, со второй части пойдет русские субтитры, первая часть будет вот так вот. Для чего я это делаю? Для того, чтобы дать людям понять, что игра играбельна. Потому что многие обладатели топовых карт, да, которые дают за компьютерное железо по 30-40 тысяч в год, жалуются на то, что в их системах, которые снабжены SLI-картами, там SLI-массивами, как это правильно назвать, там по 2970 у них стоит, у них игра выдает 15-20 FPS. Как видите, вот на таких настройках, да, сейчас, вот видите на экране, у меня в среднем в бенчмарке 36 FPS. Так что да, у меня все отлично идет на моей 770, на моей системе, которая уже 2 года как устарела. Почему-то у меня все идет, а у людей с топовыми картами не идет. Но это, наверное, мои какие-то особые проблемы. Мне проплатил Soft Club, естественно, чтобы я показывал вот эту игру, на самом деле, играя на 4 PlayStation 4 вместе взятых. Так вот, начинаем игру. Первая часть, еще раз говорю, будет синхронным переводом от меня. Да, говенным, я знаю. Но для того, чтобы продемонстрировать начало игры, ну и, собственно говоря, да, урвать парочку зрителей в день релиза. Ну а со второй все пойдет уже с русским переводом, поэтому сорян за это, но я думаю, вы все поймете. Новая история, я играю на средней сложности, если что, в начале давали выбрать. И, по-моему, вот это вот показывали на E3, ну да ладно. Еще говорили то, что здесь ограничение в 30 FPS стоит где-то в конфиге. Я, если что, ничего не менял. У меня все нормально в бенчмарке было до 30 FPS. Я даже не знаю, это ролик или нет. Наверное, ролик очень хорошо детализированный. Ну, собственно говоря, мое предположение. Рыцарь Архема — это Джокер, одетый в костюм... по-моему, Джокер сейчас будут сжигать, если верить ролику E3, да. Блин, может это на самом деле... На самом деле, может, это не Джокер, а его двойник. Знаете, а Джокер на самом деле оденет костюм рыцаря Аркхема и будет мочить Бэтмена. Ну блин, какой Бэтмен без Джокера, так ведь? Поэтому это двойник Джокера по-любому, а там Джокер на самом деле... Это какую-то куклу Джокера сжигают, а Джокер там, я не знаю, на последнем издыхании кладет себя в костюм и начинает жить. А костюм рыцаря Аркхема — это какая-то система жизнеобеспечения. А это не настоящего Джокера. Чё, какая разница? Джокер, клоун. Это же комиксы, здесь все может быть. А, вот, кстати, сейчас, по-моему, был ролик перед этим, а теперь запущена игра на движке, потому что... это я должен делать? Я только начал, когда правый стик вертеть, только тогда игра начала его поджигать, представляете? Вау, окей. То есть я сжёг Джокера сейчас. Отлично. Нет, слушайте, здесь ограничения есть в 30 FPS, окей. Или нет, я не знаю. Короче говоря, посмотрим. Вот как это произошло. Вот как Бэтмен умер. Я буду переводить субтитры, да-да-да. Это субтитры я перевожу. Это не мои комменты, если чё. Ну, у кого знания английского хорошие, тогда читайте сами, можете даже меня заглушить. 9 месяцев назад Джокера кремировали. Я нажал кнопку и сжёг злого ублюдка сам.
своими руками. И затем мы ждали. Готэм должен был рухнуть из-за неминуемого спада мощи, но этого не произошло. Преступление ушло. Глубоко внутри я знал то, что идет война. Я просто ждал, пока кто-нибудь нажмет на курок. А, нормально же перевожу, да, нормально, нормально. Ведущий аниматор Зефир. Почему ведущий аниматор первым вышел сюда? О, отлично. Ну, здесь клевое интро. Не буду вам спойлерить, но оно клевое. Поэтому сейчас просто обратим внимание на это все. О, СССР почти написано, нормально. Еще D убрать, будет вообще все прекрасно. Даже СССР. Я согласен на это. Ладно. Вон пропал Генри Адамс. Ну, судя по всему, мы будем... Ага, Уэйн. Enterprise. Вкладывает 300 миллионов в Arkham City, в новую разработку Arkham City. Что это будет? Как обычно? Конечно. Хорошо. Салат из курицы без майонеза. О, знаешь, сделай мне вафли. Немножко бекона. Только не говори моей жене. Что вы скажете, Свежий? Что вы захотите? А, если вы захотите кофе, просто крикните. Ну, в общем, мы будем смотреть, наверное, 30 FPS игру. Я не думаю, что это как-то... унизит ваше достоинство, да? Извините, я не хочу прерывать ваш завтрак, офицер Оуэнс. Но там вот парень курит в углу. Подожди здесь. Я с ним поговорю. Погнали. Что, мне можно ходить будет за него? Найс, можно ходить. Так, окей. Я, если честно, не вижу ничего такого. Но здесь вот еще блюр есть, который нельзя отключить. Да, я удостоверился, его нельзя отключить, так что, знаете, пусть будет 30 FPS. О май гад. Блюр. Ну, это просто вид от первого лица непривычный для такой игры. Ну, в смысле, для Бэтмена. Извините, сэр. Нельзя здесь курить. Oh, shit. Жаль, что я это уже видел. Ну, пугало. Что вы хотите? Что мне делать? Я могу стрелять, это я стреляю. Да, это я стреляю. По-моему, я устраиваю массакр сейчас в кафешке. Ауч, ау. Это я устроил массакр или... Да, видите, как это все выглядит на самом деле. Это демонстрация... Я использую примерно только 5 унций моего последнего токсина. Завтра... Это будет все выглядеть как детская игра. Готэм. Это ваше единственное и последнее предупреждение. Боже мой! А, нет, там написано GCPD, не CCPD. Фак. Ну, почти СССР. Ну, блин, если G убрать вот эту херню. Все, короче, я облажался. Окей. Вот музяка мне уже нравится. Кто-то скопировал Зиммера. Угроза пугала сработала. Вчера было 6 миллионов людей в городе Готэм. Сегодня? Не так уж и много. Кто кого застрелил? О, привет. Есть люди, которые остались на улице. Им нравился этот хаос. Лучшая сторона Готэма. Ублюдки. Преступники. И даже хуже.
Не очень-то много хороших людей осталось, чтобы остановить их. Вау, ключ это как, о май гад. Ну ничего, ничего, это пройдет, я уверен. Все будет нормально, когда пойдет геймплей. Все понадобилось 24 часа, чтобы потерять контроль над городом. Сегодня Готэм может только на одного человека надеяться, который спасет нас всех. А Битмена? А, нет, вон Битмен стоит. Я хотел сказать, Битмена нету. Че, с чего начнем? О, бай май гад! Начнем с лагов. Holy fucking shit! А ведь так все хорошо начиналось. Так, геймплей пошел, все нормально стало, да? Да, все стало нормально. Фу! Погнали. Или нет? Помните, чтобы я зашел в магазин игрушек перед тем, как мы уйдем? Хочу купить своему ребенку подарок. Святые решетчатые яйца. Так, бенчмарк оказался говном, короче говоря, судя по всему. Потому что бенчмарк должен был... систему нагрузить? А, не нагрузил. Понятно, они говорят о Poison Ivy и опугали. То, что у них там что-то какие-то разногласия и прочее. Вот за это можно будет зацепиться? Нет? Прижено. Бунтовщики есть в колдруне. Через 5 минут надо туда отправить подкрепление, что ли? Фига себе, на ки может перемещаться. Расстояние.